Сексуальное проникновение. Что? Зачем вообще? Детскую психику не ломай. Я надеюсь, ты этого не записывал. Я вот это как раз начал записывать, и ты такой, анальное проникновение. С выражением так хорошо вообще. Вообще ничего не было. Это просто саундбот. Да, это как бы... Это парни какие-то вон там голосовым чатом что-то сказали. Я говорю вон на заднем плане. А, ну да, это он такой говорит, анальное проникновение. Аниме Крейзи победит, понял. 9182. Ксандер 34В. Ах, хорошо. Вилл Чилд. Тоже его читаю. Как 30 уровень? Вот мы с тобой. Вот лучшие игроки во вселенной в Titanfall. 4 уровень. Так 43-я, смотри. Две игры. Но это уже вообще разработчик. Ну, а разработчик вы даете. Разработчики. Кошмар какой. Нельзя так делать. Никогда просто. Это а тебе менее старче из одной. Вот, посмотри, как город красивый. И мы сейчас будем его рушить на Титанах. Это Цитадель, что ли? Не, это Элизиум. А, ты не смотрел фильм? Я не смотрел Элизиум. Но я смотрел трейлер, поэтому я примерно понимаю, о чем это. Тут будет? Мэтт Дэймон. Пыхнуть хотел. Да, на самом деле, это очень профессиональное видео, в котором мы в очередной раз покажем вам эксперты игру просто Next Gen. 50 гигов из 50. Пипись. Величайшая оценка. Подожди, точную информацию. 49,99 гигов. Да. 50, хотел сказать. Этот негр опять от меня что-то хочет. Афроамериканец, я попрошу. Афронегр. О, смотри, у него шейдер. Воу, все, я сломал ноги, битва закончена. Хорошо, где у вас бар? Я пойду нажрусь. Я хочу на Титана! Титан! Да тебе рано на Титана еще, у тебя Титан, ты всю бокалею... Да я хочу на Титана запрыгнуть! Воу, самолет взорвался! Зачем ты запрыгиваешь на Титана? На весь как бы вот этот вот, как бы вроде как графон, но все это выглядит очень как-то игрушечно, что ли. Все эти взрывчики. Я тут графона особого не вижу, честное слово. Ну типа, так, выглядит типа... неплохо, но очень квадратно. Ну, очень типа, да. Очень такой. Ой, здрасте. Артур, вы как истинный эксперт по графону. Насколько вы оцените эту игру из 10 ваномасов? 10 из 10 ваномасов, я считаю. Хорошо. Конечно, 89-й год. Вот. Вот. Мадафака бить. Короче, убиваем врагов. Наши пехотинцы вообще бесполезны. Что это было сзади? Я пока мотик стрелял. Окей, хорошо. Смотри, тут народ просто толпами. Гангса щит, сарделька. Я тебя вижу, кстати, там бегаешь. Может, даже что-то. Прикинь, я бегаю в игре, где надо бегать. Почему где-то чувак, эта баба прыгает? Ну давай, родной, пошел. Чуманчетша просто черт. Такая, вот так вот такая бежит, вот так вот. Я прям представляю, как у нее кран выглядит, вот так вот прыгает такая вся, и кого-то убивать еще успевает. А еще шевелится, браво. Что ли? Вау, он хотел меня убить. По-моему, он это делал очень зря, потому что так можно убить кого-нибудь. Кварталы. Живые, массивы. Вау, парень. Я на Титане ухожу красиво. Прости, чувак. Тебе нужно. Иначе ты совсем... Я кого-то дрона убил. Да, ты видишь гигантскую станцию женщины? Я даже не хочу смотреть. С крыльями 2D. Ага. Это просто тупо текстура, короче, висит. Спрайт. Я тоже так умею. Твою мать. Куда же ты бежишь? Районы, кварталы, жилые, массивы. Эти боты, они вообще такие вот, понял, как это в Call of Duty. Ну, абсолютно тупые. Просто идут прямо, и ты их убиваешь, как бы. Угу. И тогда ты начинаешь себя чувствовать мега-про-киллером, но когда появляется реальный противник, ты тут же ложишься. Поэтому... Ну, я кого-то убил, и при этом он убил меня. Нормально. Один на один, что-то. Во-во, я кого-то убил! Все, я могу больше не играть в эту игру, я добился всего, чего хотел. Тоже неплохо, Жек. Ой, да? Тут что-то упало. Вау. Слушай, ты же так кого-то убил. Районы, кварталы, убил я Титана. Точнее, человека. Я был на Титане. Я даже не понимаю, откуда меня убивают иногда. Ну, все, я в Титане. Что... Главное не понимать, главное убивать. В принципе, да. Я считаю, что этот Титан мне пригодится. Я считаю. Считаю так. Я считаю просто. Так, хорошо, где война? Везде война! Да чё, как он щит поставил? Я вообще не понимаю. Какой? Твою мать, что ты себе позволяешь, щенок? И вот надо мне писать, что Титана вызвать может такой-то кнопкой. Я, может, жизни больше в эту игру не сяду. Куда идти вообще? Какого чёрта?
Что происходит? Да все нормально. Думаешь? О, я вижу тебя. Чувак! А, у тебя за спиной огромный титан, который... Убивай хочет. Его! Я пока на тебя запрыгну, ты только дымишься весь. Да я там разломал, по-моему, кого-то хорошо так. Как они щит ставят? На тебя запрыгнуть. Во, все, я на тебе. О, слушай, у меня же на F есть ракета, а я не знал. Прикинь! Я тебе еще, типа, час назад об этом говорил. А что ты врешь ты? А вот говорил. Вот не было такого вообще. Смотри, цветочки красивые. Короче, все, я с ракетницей на твоей спине. Справа, справа, справа. Да вижу, вижу. Не дергайся так, не буду навестись. Все, ушла. Ох, хорошо, ушла. Давай его обойдем. Давай, давай, давай. У меня пока перезарезончик. Че я сказал? Алоха, говорит. Что? Хорошо, I'm reloading. Так, кого-нибудь видишь? Испытание завершено, плечи гигант. Круто. Да? Окей. Внизу парень. Хорош. Сзади да, титан. Обычный. Очень плохо. Нормально. Так, там еще один, по-моему. Где ты, мать твоя? Вообще просто. Где титан? Вон титан. Вот он, вот он, все. Пытаюсь навестись. Не-не-не. Ушло. И я тут же вылетел и умер. Нормально. А ох, меня что-то там супер ох, чего-то убили. Твою мать, куда он делся? Куда его, мать его, делся? Ох уж эти вертлявые пацанчики. Меня тут пилят. Я ничего не могу сделать, я в другом вообще конце игры. Твою я в другой игре. Короче, когда помочь. Тебя пилят, можно этот. Можно этот прям? А тот? Да. Короче, мой титан готов к титану. А, можно выпрыгнуть из титана, убить того, кто стреляет твоего титана, и после этого... Я убил парня, завершил испытание и сажусь своего титана. Вот это самый пафосный вообще переход в титана в книге. Хорошо. Здравствуйте! Как ваши делишки? Он меня пытается прям мясо распилить. Получить. Но как бы... А, это ты со мной, да? Да. Хорош. Куда он делся? Районные порталы. Там привет. Вышел титан спереди. Ох, сколько тут титанов. Ну так нас четверо, даже о, пятеро. Что за помехи? У тебя есть помехи? Да. Это потому, что какой-то танк прыгал. Блин, тут довольно... Ой, я в тебя ракету отправил. Прости. Ты вообще молодец. О, черт, релоудинг. Вижу, помогаю. Перезаряжаешь он у меня. Меня целится еще пилот. Так, я к тебе запрыгиваю. Давай. Я на тебе. Давай. Я прикрываю свои. Он ракеты мои. Все, катапультейшн, давай, мужик. Я тоже катапультейшн, все. Сможешь на него сесть? Нет, он очень далеко. И меня убили. Их теперь тут вообще трое. Ох, сейчас, сейчас убавим Джеки. Ух, давай, пошли. Ко мне. Получи, тварь. Сам вот мобич. Какой сумбур творится? Это же просто... Все, сама мобич. Ну где ты, мать твоя? Это, знаешь, вот после лет игры в Call of Duty такой, типа, игра такая, тебе говорит, вот до этого вообще ничего не было, вот только сейчас все началось. Ну типа, да. Давай, выживай, парень. На, получи. Хорошо пошло, хорошо. Там еще один... Парень, понять не хочешь мог, где печенек? Я хочу, да. Нет, я не тебе, а, тебе блин. Эти печеньки не понравятся. На, получи, тварь. Вот, да как? Короче, самая крутая позиция здесь для людей быть просто на крышах. А в окошках тоже можно сидеть, в принципе, неплохо получается. Просто смотришь, где кто пониже тебя бегает, и убиваешь. Парень, уйди, сейчас парня задают. Так, я в титане, со мной рядом еще один парняга, тоже что-то вроде неплохо. Мы с парнем перестрелялись, он меня убил. Я хочу посмотреть, как это было. Неужели он такой супер крутой снайпер? Смотри-ка, да. У него вообще какой-то пулемет. Да он половину пуль мимо выстрелил. Раздохни, мать твою. Так, мне нужен чё? Титан. Ох уж эти... Ах, ты девушка, ты... титана, пришли, пожалуйста. Спасибо. Вау, это было довольно опасно. Здесь парень один на очень быстром титане реально раздается. Победа! Парень! Нормально. Мы сделали все, что смогли. Мы с тобой инкредибл. Да неплохи такие. Перехватить нужно, там чуваки пытаются убежать, давай не дадим этого сделать. Как нефиг просто. Так, ребятушки, тут ребенок, парень присел вообще просто. Спроси меня, смогу ли я перехватить их. Сможешь их перехватить? К
как нефиг. Нормально. Все взорвал просто. Так, кто что хочет? Кто что хочет? Оп, оп. Давайте, ребятушки. О, тут кто-то прыгает. Че, кого-нибудь еще видишь? И они надо мной где-то наверху. Вашу мать. Пустил ракету с парнем вообще за этого. Стреляю в их этот шаттл. Вижу, пошло. Я две уже пустил. А черт уходит. Давай, уходят. Джеки. Уходят. Все, ушли. Ушли. Ну приходите, ладно. Еще печенек раздадим. Было ли плохо? Нужен ремонт. Запрыгивай давай. Нет. Такие типа затерли черным, да, типа тут как бы вообще не важная информация. Да нет, так типа вырезали такие. Ну да. Типа чемпионы. Ники от фотошопа или такие на первые места. Конечно. Вот так мы и делаем, да. Так, уровень 5 вообще уже. Ну ты слышишь, да, вот кто-то вот за 3 игры 5 уровней еще поднял? Вообще такого не было, потому что уровень все еще 4. У меня 5. А, нет. Я теперь могу... Да, все, я теперь могу пилотов своих делать. Так, я хочу, чтобы у меня был парень с автоматом. Чтобы у меня был карабин с мушкой. С базовым набором. Потом личное оружие будет, пусть пестик-пестик. Топливный элемент. Ускоряет перезарядку, круто. И детектор чего-то там. Не знаю, я даже не хочу в этом разбираться. Пол выбрать. 44 уровень. Блин, как это делается вообще? Артмания? Надо попробовать. Сейчас вернусь. Ну, давай. Я пока тут зрителя ее как-нибудь. Короче, Артур не в Артмании. Типа, отвернитесь все, вот сейчас возьмите, отвернитесь. Вот, да, ага, молодцы, спасибо. Давай. Отсеять. Так, все, теперь меня зовут... Все, разворачивайтесь. Все, повернулись. Мое имя Сир Чёрли. Я вместо 4.44 сделал. А я Бартакон, 32 уровень. Бартакон, черт. Слушай, звучит. Штурм стража, бойное истребление. Это будет мясо, в котором мы победим. Если мы проиграем, то мы кто? Мы крутые пацаны, которые проиграли. Короче, я хочу вот эту штуку взорвать. Вот этой пушкой. А я хочу... По крышам бегать. Бегать по крышам. Босиком под дождем. Дождь скрывает слезы, да. Бой на истребление. То есть... На истребителях, может? Нет. Получив значительные повреждения во время сражения... Короче, мы опять в корабле. Наше воздушное пространство, вторгся корабль ополчения. Сейчас Афронегр опять будет говорить страшные вещи. Демакриси. We wanna fight together. Together, my friend. Мы опять, наверное, в шаттле, и опять летим, и все как обычно. Робот-убийца спереди. We have an enemy! Oh, shit! This is Александр Невский! Ты видишь женщину? God. Нет, это робот. Нет, женщина, видишь, стоит такая. Это я. Такая женщина, такая. Воу! Вау, довольно высоко. И опять это 2D. 2D спрайт. Смотри, там зато... Вау, смотри назад. Не подавал сигналов, никаких щитов. Ну, на переднем. Такие встали и смотрим просто. Что? Давай, да? Что? А на заднем плане станция двухмерная. Окей. Ну, да. Ну как, ну 50 гигабайт. Может там какая-то кнопка типа включить все 50 гигабайт вместо двух? Ну на Xbox One там пастген версия там всего 25. Фу. 25 кадров или гигабайт или гигабайт. Чего? Всего 25. Просто всего. На что не посмотришь. Все 25. Сидишь такой, знаешь, через модем качаешь. Такой, блин, я по-любому. Да. Я такой, я по-любому поиграю в эту крутую игру. По-любому. Слушай, а как свои спецспособности применять? Тут какой-то парень просто как шальной бегает. Ты ногой меня убил вообще. Я гранату получил, пока разбирался. Хорош. Заодно еще одну кину. Явно не В, а Q. Понятно. Что Q? На Q у меня невидимость, я за это играю. А, у меня тоже. Я хотел запрыгнуть на Титана, его в эту секунду взрывали. Плохая идея была. Так, хорошо, ребятушки, хотите по-плохому? Убил, убил, да будет вам.
акула какого-то. God damn it. О, я вижу тебя. Сзади. Окей. Там наш дуэлится с этим парнем. Да пусть дуэлится. Ты тут решил ботов, да, убить всех? Ну, ботов интересно стрелять, они такие тупые. Вот, смотри, сколько их слева. Я гранату им кинул. Да, я тоже. Куда ищи? Я сдох. Супер Титан пришел, супер пулемет, всех срубил. Супер, его соснуть он сам не хочет. Он просто супер. Чей-то Титан прилетел. А этот Титан тут бесится уже. Воу, тут какая-то ракета отправляется, прикинь. А я бегу в пусковой шахте. На, получи, тварь. По-моему, помнишь меня. Ракета отправляется? Типа того. Окей. Куда скачу? Зачем скачу? А, это наш. Хорошо. Пехотинец тут что-то про Титана ругается. Угу. Джеки, мало Титана, я убиваю парня. Вау. Спекула. А, слушай, а! Это было опасно. На, получи подарок. Я в Титане. Окей. Блин, тут кто-то... Понятно. Вау, смотри, эти парни что-то... Что-то делают. Такое ощущение, что они хотят убить друг друга. Серьезно? Система жизнеобеспечения на пределе, почему-то. Да нормально, как бы тут держусь, все стабильно все. Хорошо, что мне это дает? Хорошо, я парня подбил и выпрыгнул. И... Что, предохраняйтесь, чего? О, прям в спину, просто вот в спину. Нет, не убил. Получи, мать твоя. Хорошо. А что такое спектр? Почему я уничтожаю спектров, у которых не как будто бы игротский? Твою мать. Ты на Титане? О, да, я на Титане. Парень на тебе. Ты можешь его сбить? Пытаюсь. Я стою. Убил. Молодца вообще. Ты жив, давай. Жив, сел. Орел. Орел. Дирижабль. Ага. Дирижабль. Ага. Так. О, еще один на нашего запрыгнул. Слушай, они такие прыгуны крутые. Да я вообще нет? Охренею. Нет, я обхожу. С другой стороны гуляю. Изучаю карту. Да где ты, мать твою? Вау, тут ботов. Так, я буду их просто давить. Как можно давить? Блин, ну да. Только мой Титан спрыгнул и... Парень убил ногой. Парень тебя убил? Да. Тут стоит твой бот. Да, я на него запрыгнул, но внутри его, походу, уже кто-то другой. Как тут сотрясется, не могли как-то камеру там... Нормально, зато вот этому товарищу все неплохо так вошло. Я вижу тебя. Угу, да. Вижу врага. Я сейчас отъезжусь уже. Я на другом Титане. Короче, я спрыгиваю с Титана. Я все-таки такое мясо пушечное внизу. Я его сломал хотя бы, нет? По-моему, не очень. Так, я разблокировал что-то. Давай, стреляй, родной, я тебя и ассасина Даркера убил. Чё, не попал? Что-то у меня так тихо все стало. Вау, это было больно. Может, тебя оглушили? Не знаю, но мне надо выпрыгивать. А, чёрт. Ох, вот это было бруталити. Ты на Титане? Да, я вижу тебя. Парень на Титане Джек Шепарда, на моем Титане парень. Да, я нормально понял. А, и ты к нему запрыгнул, ага. Понял. Ну, это, короче, не я. Я понял. Хорошо, кто что хочет? Хаму что дать? Беспризорник я. Господи, тут парень что-то... А, это ты? Это я стрелял по противнику. Так, а что если просто постоять, не знаю, передохнуть, посмотреть, как игра? Все будет очень плохо, Джек. Так, я пойду к тебе. Кого-то убил. Давай, короче, за тобой. Давай. Я не очень тут ориентируюсь, поэтому это. Ну ты примерно говори там, куда бежишь. А, я бегу. Если резко. Потому что ты кругами как-то вообще там бегаешь. Я ищу цели, которые хотят умереть. Вот. Нет, Титан наш. Вон там Титан, вдалеке. Там. Давай. Вошло. Вон он зашло. И я попал в спину нашу. Ну что ж. Там внизу эти бегают спектры. Их тоже можно валить.
Это плохо, потому что у меня со здоровьем все не очень хорошо. Парень какое-то прям стекло разбил и выпрыгнул. Вот. А, черт, со спины прилетело. Титан атакует титана противника, сверху титан, и там еще один титан. Кругом титаны, Джек Шепард. Так, давайте мне тоже титана, раз все на титанах, и я на титане. Вот этот быстрый титан, кстати говоря, мне очень понравился, он такой... Он такой быстрый. Да, быстрый такой. Да ужас просто. Резкий как понос. А что в этой игре не резкое? Ну, я. Мы только разве что. Я 6-й уровень, кстати. О, черт, я себе своими ракетами. Ах, меня убили. X, Jagged X, что там? X. Так, ты жив? Во, вижу, да, слежу за тобой. Я практически мертвый. Выпрыгивай лучше нафиг. Не-не. Давай. Ну, твою мать, что ты такой хитрожопый? Ты один, кстати. А нет, вас двое. У нас вот такая это. На тебя запрыгнули, спрыгивай. Надо вот этого забрать с собой, чувак. Спрыгивай. Все, того я взорвал, теперь можно валить. Я не могу. Давай. Ну. Отлично. Все нормально, давай, Джек Шепард. Давай, две секунды, одна. Все. Не улетайте без меня, слышите вы, говнюки. Ты ж невидимый, они тебя не видели. Все, самоубийся, он вниз куда-нибудь спрыгни. Ой, гранатка. Я на третьем месте. Да хватит, я думаю. Нормально, да? Да. Вот, если там есть что сказать напоследок, то скажи. Да, всем большое спасибо за просмотр, да, мы были с вами, надеюсь, вы поддержите нас пальцем вверх и подписочками. До свидания. Мы победили, на самом деле. Еще одна карта.